Это у нас мистическая вилла для животных. Все-таки посмотрите, тут две руки большие, взрослые. Так, поехали. Ой, посмотрите внутри, как красиво. Всем привет! Вы на канале Toybox. Сегодня у нас с вами микс сюрпризов. Я, как и всегда, расскажу, где и за сколько я все эти сюрпризы приобретала. А также хочу напомнить, что у меня проходит розыгрыш во всех моих новогодних выпусках. В течение новогодних каникул я дарю подарочки подписчикам. В этом выпуске нужно найти все буквы, спрятанные во время моих распаковок, и составить из них верное слово. Первый, кто правильно разгадает загадку и напишет ответ в комментариях, получит от меня новогодний подарочек. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, а мы с вами приступаем к распаковке. Начать я предлагаю с пластикового яйца Kids Box. Серия у нас My Little Pony. Производитель Comfy Trade, конечно же. Кто еще не в курсе, напоминаю, что данный шоколад содержит пребиотики. Так что он не только вкусный, еще и полезный. Просто супер. Купить эти сюрпризы я прямо сейчас перед съемками посмотрела. На Озоне можно очень выгодно. Целый бокс из 16 яиц стоит 950 рублей. Цена супер просто. Так, в одной половинке у нас шоколад белый, черный с печеньем. И давайте смотреть, какие тут сюрпризы. Ой, как сложен, интересный, да, насадочка на карандаш. Так, ее свернули. Ложечка там остается в комплекте у нас. И вот такой миниатюрный маленький вкладыш нам попался, видимо, Хитч. Вот он прям на карандашике надет. Мальчик, вот такой поняшка, улыбается, довольный. Как интересно сложили, я даже не замечала, не помню, чтобы так раньше складывали. Прикольные насадочки. Давайте собирать коллекцию, в принципе, небольшая, 1, 2, 3, 4, 5. Вообще шансы большие собрать у нас. Следующий давайте откроем — кукурузные палочки. Это у нас серия Пеликан, фирма называется, в городе Подольске сделаны. Это у нас подарки для мальчиков. Покупала на мегамаркете в районе там 50 рублей, совсем недорого. И, кстати, сейчас появились новые промокодики на мегамаркет. Оставлю в закрепленном комментарии два промокода. Количество применений ограничено. Там будет скидочка вам 1000 рублей на заказ от 3000. На первый заказ от 3000 рублей. Очень выгодный большой процент скидочки, поэтому кому интересно, пользуемся быстрее, потому что ограничено количество применений. Так, самолетик нам попался. Я, если честно, уже перепутала. Мы открывали микс с вами большой с этими палочками, где какие игрушки попадались. Но самолетики нам точно уже попадались, и не раз. Не помню, только в этой фирме или в других. Наверное, могут во всех попасть. Но именно такого не было, не повторка. Все равно красненький самолетик. Давайте проверять инерционный механизм. Он, конечно же, присутствует. Так, в другую сторону нет, только назад. Ну ладно, тоже хорошо. Вот такой пластик, в принципе, не очень дорогой самолетик. Такой пластик тоненький, полый самолетик. Ну, тоже неплохо, 50 рублей всего лишь стоимость палочек. Плюс у вас еще, не забывайте, конечно же, ну не полная пачечка, но половинка пачки есть палочек. И вот такой маленький сюрприз еще. Мне кажется, приятно ребенку если подарить. Давайте дальше еще одно яйцо посмотрим. Интересно, получится у нас с вами сегодня серию все посмотреть или нет. Ой, как сильно склеено. Невозможно добраться. Замуровали кого-то розовенького. Ой. Хорошо, кстати, что подписали на вкладыши имена. Это прям супер, потому что я не спец в Little Pony. И, ой, какой красивый нам попался. Опять, что ли, мальчик? Так, имя Zip. Видимо, тоже мальчик. Прям посмотрите-ка. И все, остались остальные три девочки. Вот такой красавчик какой у него. Ирокез зачесали вверх. Прям как в последнем выпуске Хэшдор был, мы с вами мальчика распаковывали. Супер прическа. Кто не видел, ссылочку прикрепляю. Прическа у него была просто огонь. Вот такие два мальчика. Так, дальше давайте откроем пакетик. Вот такой загадочный, со знаками зодиака. Китчес зодиака написано у нас тут. Может попасться котеночек здесь, я так понимаю, из любой стихии. Ну вот только сейчас обнаружила, что значок, видимо, огненный какой-то нам попадется. Наверное, по пачке можно определить,
хотя бы один из трех, да, какой вам попадется, один из четырех стихий, из которой вам попадется ваш персонаж. Ну, сейчас проверим, это не точно, но думаю, что, скорее всего, огненный какой-то нам попадется. Вот здесь вся серия изображена. Но я не думаю, что именно он, это же, наверное, просто на упаковочке. Покупала я этот сюрприз в магазине Bubble Gum, по-моему, 200 рублей он стоил, если я не ошибаюсь. Но вообще, мне кажется, я и в детском мире их видела, и во многих магазинах, в общем, можно найти, если захотеть. Здесь сразу, это, кстати, от Сбаба сюрпризики, они тоже должны быть качественные, суперские. Ой, что тут прям не могу достать. Так, вкладыш, а это что? Ну да, это домик, очевидно. Котята-то у нас с домиками будут. Со своей жилплощадью. Вот такой вот красненький домик. Его нужно будет нам, конечно же, собрать. Так, ладно, давайте сначала вкладыш посмотрим. Вот такой вот нам красненький малыш попался. Это у нас, видимо, Овен. Ой, посмотрите, как звездочку сделали. Интересненько. Прикольно в домике. Так, дальше смотрим. Кристаллики у него, посмотрите, во лбу горят, классные. Здесь инструкция, как собрать домик. Так, с другой стороны, видимо, нам рассказывают, что кристаллики нужно будет наклеить, если я не ошибаюсь. И вся коллекция поподробней. Вот такая вот. Вот этот котеночек, вроде бы даже как глиттерный, да, вот написано весь в блестках. Он, наверное, редкий, скорее всего. Мы с дочкой стрелец, тоже огненный знак, но не попали, к сожалению, в себя. А вот этот тоже, смотрите, глиттерный розовый. Так, а наш, ну, обычный, видимо, просто лежит вот так на пузике. Так, ну давайте смотреть. Ой, он еще и флоковый. Так, стразики есть. Стразики ищем, вот они. Вот такие вот капельки разноцветные. Ой, весь прям его зафлочили, даже глазки закрыты. Как-то он вот так вот лежит, видимо, на спинке, да? Наслаждается жизнью. На вкладыше его немножко по-другому изобразили. Глазки открыты, он как бы в игре здесь. А тут как будто бы он уже так засыпает. Так уютненько устроился где-то. И спит. Классный малыш. Жалко, что глазки не увидели. Как-то хотелось бы с открытыми глазками на пяточках посмотреть. Сердечки нарисовали, милота. На попке знак. Так, ну давайте соберем домик с вами. В общем, ковырялась и ковырялась. У этого домика такая специфика. Собираешь дно, а рассыпается крыша. Собираешь крышу, не держится дно. Ну вот я сейчас придерживаю крышу, так она вот выскакивает. Ну, вроде бы вот как-то с горем пополам получилось собрать. Интересно, в домике, посмотрите, есть отверстие по бокам. Такое необычное. Здесь нужно имя, видимо, написать и знак отметить его. Здесь тоже сердечко выбито. Дверцы можно было вот так вот приоткрыть. Не можно было, а нужно, потому что тоже не складывался никак домик. Ну, видите, прям может быть скотчем зафиксировать как-то его, чтобы держался. Тогда можно будет поиграть. Ну, вот такой вот домик получился для котеночка. Он сюда прекрасно помещается. Можно его тут положить поспать. Вот так в домике. И стразиками украсить или сам дом, или котенка, или вообще все, что вам угодно. Вот такой сюрприз. Жалко, что не наш выпал знак зодиака, но это тоже овны, если есть тут. Ставьте лайк обязательно. Так, следующее. Поехали. Еще одно яйцо шоколадное откроем. Посмотрим. Новая будет поняшка. Ой, или повторка. Повторочка. Так, как его звали? Его зовут Хитч. Опять нам попался. Ну, ладно. У нас еще много про запас яиц. Так, давайте следующий откроем сюрприз. Лол Сюрприз. Детская косметика. Покупала я фамилии. Вот ценник 129 рублей. Но, по-моему, он был дешевле, потому что он продавался около кассы. И там была 10% скидка на товары около кассы, если не ошибаюсь. Ну, вот в районе 100 рублей, в общем-то. Так, открываем. Ой, как много тут косметики, слушайте. Мы открывали, по-моему, нам такой же наборчик, я уже сейчас вспоминаю. Но здесь есть разные вариации.
Опять нам второй выпал почему-то. Ну, хотелось бы другое. Еще в первом варианте может выпасть блеск для губ. И что, это часы, что ли? А, или это блеск для губ так цепляется к часам? Непонятно. В нашем варианте губная помада выпала, блеск для губ и лак для ногтей. Ну, вроде бы самый большой, да, крупненький наборчик. И третий вариант, блеск для губ, видимо, тут в трех цветах, и лак для ногтей. К сожалению, повторка. Я бы, конечно, уже на другие посмотрела. Ну, давайте этот откроем. Вот так вот миленько все смотрится. Классные рисуночки. Недорогой наборчик за 100 рублей. Косметика детская. Сейчас, конечно, какие-то невероятные цены на них. Поэтому я считаю, вот за 3 таких продукта 100 рублей вообще прекрасная цена. Так, первый у нас блеск попадается. Блеск, ну, прозрачный, совсем нет цвета практически. Вот такая вот, зато красочная упаковка красивая. Второй тоже у нас, по-моему, да, блеск для губ. А, ну, губная помада и блеск для губ написали. Ну, в принципе, они оба как блеск для губ, я считаю, потому что тоже цвета, вот прям оттеночек слабенький такой сиреневый дает. Но упаковочка просто шикарная. Так, и лак. Лак тоже цвета практически никакого нам не даст. Ну, я уже вспоминаю просто, я же говорю, мы открывали. Лак что-то как будто бы уже засыхает. Потихонечку посмотрите на кисточку. Да и внутри вот видно, что он не перекатывается совсем. Видимо, срок подходит к концу, поэтому он на скидке и лежал. Ну, а так, в принципе, неплохо. Надо сроки только годности отслеживать, когда покупаете, чтобы не истекал в ближайшее время. А так набор супер, за 100 рублей просто класс, советую. Поехали, следующего поняшку откроем. Потому что розовенький просвечивает. Ой, новенький вроде бы. И этот уже не так, кстати, скрипыш. Свернут был. Так, смотрим. И это у нас попался Сани. Попалась, скорее всего, Сани, да, девочка. Наконец-таки розовенькая, веселая. Ну, не все веселые. Хотя мальчишки больше такой у них крутой какой-то взгляд. Довольненькие. Девочка прям веселая попалась. Так. Дальше давайте откроем вот такой необычный сюрприз. Это у нас мистическая вилла для животных. Я вообще понятия не имею. Купила на мегамаркете случайно, абсолютно выпала, мне наткнулась. Стоит, кстати, вроде бы недешево. Что-то в районе 350 рублей, но был кэшбэк и, наверное, в районе 200 рублей мне вышел примерно этот сюрприз. Где-то 40% был кэшбэк. Давайте смотреть. Вообще понятия не имею, что там. Не открывала ни разу. Так. Вот так вот. Это выглядит, я думала, сейчас на крыше будет сниматься. А тут нет дна у нашего домика. Как, посмотрите, туда засунули этот вкладыш. Какой вкладыш-то огромный. Могу достать? Лучше бы домик побольше сделали, виллу для животных, чем так туда заталкивать. Вот такой вот волшебный мистический домик. Блесками посыпан. Ну, очень-очень миниатюрный. Пакетик. Посмотрите, какой большой. Там раз, два, три. Видимо, питомцы, которые будут жить. Ну, давайте сначала вкладыш разглядим. Ну, он прям толстый-толстенький такой. Как его туда засунули? Так, собери коллекцию, вкладыш на русском, ничего себе. Примерь шапочку на своего любимого сквинки. Есть у нас градация, простые, редкие, ультраредкие и в наборах какие-то, видимо, лимитки. Так, смотрим. Здесь прям животные и люди, и коровки, и собачки, и зайки. Все такие фермерские животные попадаются нам. Жители Арктики. А, там, наверное, подписано было, да? Жители долины, жители Арктики, морские обитатели, обитатели сада, обитатели леса, обитатели джунглей и саванны. И вот эти вот, видимо, лимитки только в наборах попадаются. Ультраредкие аксессуары, шапочки еще тут. Ой, посмотрите, какой большой наборчик. Слушайте, ну коллекция громадная. Для такого маленького сюрприза прямо неожиданно, что такой большой набор
сюрпризиков может попасть. Ну, давайте открывать, смотреть, что же там. Так, насечечки нет. И поехали первый. Кто это? Надо смотреть, конечно, инструкцию. Сначала подумала, что какой-то инопланетянин. А теперь вроде бы как на жучка похож. Непонятно. Так, следующий. Ой, вот это вроде бы рыбка. Да, маленькая. Посмотрите, прорезиненная все. Прям она вся резиновая. Этот тоже. Насадочки на карандаш, видимо, их... Как насадочки на карандаш, видимо, их можно использовать. Так, третий. А, третий у нас волосики. Неожиданно. Так, и кому их? Кому-кому, только одному. Вот так вот на рыбке смотрится шикарная прическа. Так, и у него тоже у жучка этого есть вымка. Вот видите, можно вставить. Давайте посмотрим, как на жучке смотрится. Тоже, конечно, классно. Не знаю даже, на ком лучше. Пишите, на рыбке или на жучке. Так, давайте смотреть, жучок ли это вообще. Назвала его так интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ищем. Итак, смотрите, рыбку я нашла. Вот она у нас. Сплэш-флэш. Ну, кажется, она, потому что больше никто... Ну, хотя бы по цветам она очень подходит. Больше никто так из морских обитателей нет. И зелененький у нее квадратик. Это простые, самые обычные. Дальше, обитатели сада. Вот этот вот жучочек нам попался. Леди, девочка. Так, и прически. Прическа, если я не ошибаюсь, вот это нам попалось. Вроде бы больше ничего не подходит. Да, она. Вот такая голливудская прическа. Тоже с зеленым квадратиком. То есть все нам простые попались. Никаких ни редких, ни лимитированных. Так, ну что, ну вот такой вот наборчик. Как вам? Напишите в комментариях, нравится. Купили бы вот такой. В виллу, конечно, их можно посадить. Вот так они будут смотреться там. И использовать как насадочки. Поехали. Следующую поняшку открываем. Ой, посмотрите, как просочился прямо сквозь упаковку. А, его вот так вот и проклеили. К сожалению, небольшой брак вам попался. Но зато поняшка новая. Вот такая вот трагедия. Ой, а поняшка красивая. Как ее зовут? Изи. Вот она сбоку нарисована. Очень тоже красивая. Девчонки прям жизнерадостные попадаются. В отличие от крутых мальчишек. Так, следующий, давайте откроем конфетку вот такую вот. Покупала я ее, не поверите, год назад. Вот у меня уже целый год пролежала, пока я ее смогла распаковать. Вот январь 23-го, ну я, может быть, конечно, чуть-чуть попозже купила, но тем не менее, за 400 рублей, но я брала и дешевле после этого. Помню, там до 270, что ли, была скидка уже у цененка, фамилия магазин. Так, здесь у нас попадаются великолепные балерины. Кто не видел в моих предыдущих выпусках. Давайте вкладыш достанем. Сначала изучим вкладыш с вами. Вот такая вот конфетка. Эти балерины пахнут сладостями тоже. Я вспоминаю сейчас очень вкусный запах у них. Нужно конфетку эту потянуть на две части. Балерина у нас закружится в танце. 25 видов среди всех, ну, разновидностей, да? Так, следующий какой-то вкладыш уже. И здесь у нас вся коллекция, видимо, изображена. Вот так вот. Супер редкая. Найти такую нам предлагают. Юбочки у них похожи на какие-то десертики. В данном случае, видите, как пончик. Здесь опять инструкция. И смотрим градацию. Вот это у нас коллекция популярных, редких и легендарных. Юбочки тоже у них, посмотрите, разных бывают видов. Юбка-печенюшка, мармеладка и пончик. С другой стороны тоже у нас есть, в принципе, те же самые градации. Популярные, редкие и легендарные. Тут у нас юбки-конфетка, кексик и мята даже, ничего себе. Вот такая вот мятная, мятный шоколад, да? В прошлый раз нам попадалась какая-то была зефирковая девочка.
темнокожая и в каком-то розовом наряде. Вот это нам попадалось, леди крошка. Очень вкусный запах печенья был у нее. Да, точно, юбочка у нее была как печенье, орео напоминала. Давайте смотреть в этот раз. Вот эту нужно, предохранитель вот этот вот снять, маленькую конфеточку. Потом поставить. Вот так вот мы открываем. О, какая красивая нам попалась. В этот раз посмотрите, леденцы. Вау. Так, запах. Запах. Ну, если мне не изменяет память, он, конечно, отличается. Тут прям сразу отчетливо печенье прям стояло перед глазами, как только нюхаю. Здесь нет, здесь просто сладкий запах. Но я бы не сказала, что у леденцов, да у леденцов вообще, в принципе, разные запахи, да, нет какого-то определенного. Вот такая вот красотка. Эти ручки поставила, как будто бы в танце. Еще раз попробуем запустить, что-то не очень она крутилась в этот раз. Можно запускать, конечно же, сколько раз. Нужно вот так правильно механизм собрать и... Ну, стол у меня, конечно, наверное, скользкий. Как-то так, не сильно она кружится, но я думаю, что как юла, она должна подольше крутиться. Вот так вот. Давайте посмотрим, ой, давайте посмотрим в коллекции теперь, какая нам попалась конфетка. Вот, видимо, это она, леди Чупа. Тоже она, к сожалению... так, в прошлый раз у нас была, да, из популярных крошка, и сейчас опять у нас из популярных, редкие, легендарные, мы пока ни разу не успели, не смогли найти, поймать. Вот она какая красивая изображена, синенькая прическа, оранжевый топик, платье, да, по цветам все подходит, леди Чупа с чупа-чупсиками. Ну, мне, конечно, понравилась юбочка, супер выглядит. Вот как она кружится красиво. Так, поехали следующую. Мороженое у нас выходит из чата. Не хочет стоять, пришлось положить. Так. Ну, как же крепко их склеили в этот раз. Прямо надо силу прилагать. Так, ну что у нас? Прям повторки одни и те же попадаются, да? Ой, а цвета-то отличаются. Посмотрите, у них этот бледноватый мальчик. Два бледненьких, один желтенький. Так, давайте тогда холодное сердце откроем. Вот этот сюрприз я заказала недавно совсем в детском мире. 300 рублей он стоит, но он такой большой довольно-таки. Посмотрите, тут две руки большие, взрослые. Здесь в наборе нам предлагают наклейки, 3D-игрушку, постеры, пазл. Вроде бы все. Вот здесь вот у нас коллекция. Коллекция часто попадающаяся. Мы вот в новогоднем выпуске с вами открывали много холодного сердца. Тоже из этой коллекции нам вот этот Олаф с подарочком попался. Надеюсь, сейчас будет не повторка. Хочется Анну или Эльзу все-таки. Крестова у нас там два раза попадалась. Кто не видел, посмотрите, в общем. Много мы там открывали холодного сердца. Производство это Конфитрейд. Давайте открывать. Так, макулатура первая пошла. Пазлы. Пакетик хорошо непрозрачный. Интрига пока сохраняется. Ну, вроде бы все. Давайте смотрим наклеечки с кадрами из мультиков. 6 наклеечек. А, нет, не, а, 6, правильно. Дальше у нас постеры. Раскраски далее нам тут попадаются. Анна с Эльзой, Олаф и Кристоф. Дальше мозаика. Собирать не будем. Видите, как удачно нам положили вкладыш с изображением. Довольно-таки крупный, я думаю, пазл будет, потому что деталек много. Вот такой красивый, классный пазл. Мы смотрим на... игрушечку. Слушайте, мне кажется, здесь опять Олаф, потому что я прямо чувствую веточку на голове. Надеюсь, не с подарочком, какой-нибудь новенький будет. Так, ой. Олаф.
Вот такой вот ручки сложил. Хорошо, что не повторка. Давайте посмотрим. Вот этот нас, нам в этот раз попался вариантик. Хотя олова тут довольно-таки много. 1, 2, 3, 4, 5 целых образов у него. Здесь, я так понимаю, олень будет, ног, Анна, Эльза и Кристоф. И целых 5 оловов у нас в наборчике. Вот так вот сделали его в этот раз. Классненький. Как будто бы в раздумьях такой находится снеговичок, прям думает о жизни. Веточки немножко прорезинены, вообще выполнен хорошо, мне нравятся игрушки, красивые подставки, хорошие, такие широкие, что он точно не упадет. Давайте прочитаем. Олаф. Жизнерадостный снеговик, созданный Эльзой с помощью волшебных чар. Он очарован окружающим миром. В опасном путешествии Олаф учит всех ценить каждый момент в жизни. Ой, такой вот добрый снеговичок. И вся коллекция. Не вся коллекция, кстати, здесь Олафов не изобразили почему-то во всех своих вариациях. Эльзу я посмотрела. Классно у нее, мне кажется, будет платье. И ног тоже интересный. Да и олень Свен тоже классный. Поехали. Два последних сюрпризика. Я, кстати, вам не сказала сначала. Две вариации обложечек. Видите, разные единорожки изображены. Ну, на содержимое, естественно, это не влияет. Могут попасться абсолютно любые единорожки. Поняшки. Так, опять у нас повторочка. Получается, нам не достает одной вот этой вот поняшки. Пип ее зовут. Остальных мы нашли. Ну, давайте скрестим пальчики. Нет. И опять у нас попался Хитч. Хитч у нас сегодня прямо в большинстве. И три, посмотрите, бледненьких, один желтенький. Вот такие вот. Вот такую коллекцию мы собрали. К сожалению, последний не попался. Ну, как всегда, нам одно все время не хватает какой-то из коллекции. Очень-очень обидно. Ну что, переходим к заключительному сюрпризу. Вот такая вот огромная мороженое, рожок мороженого. Покупала этот я сюрприз на Мегамаркете. Была распродажа тоже, я успела, поймала. В районе, наверное, стало оно где-то в 500 рублей. Наверное, я заплатила свою 1000, тоже там около 50% мне вернулось. Ну вот, что-то около 500 рублей я за него заплатила. Эта цена выгодная, потому что я смотрела на маркетплейсах и 1800 видела цены, 1500 где-то так. Так что хорошо, можно урвать. Еще раз напоминаю, кому интересно, я закреплю в комментариях промокоды на первый заказ. Очень хорошую скидку еще дополнительно получите по нему. И действие промокодов ограничено. Если используют их уже подписчики, то может вам не достаться. Поэтому если не применяется, значит не успели. Итак, это у нас общий сюрприз. Морожки, единорожки с волшебными глазами. Открывай, наряжай, сюрпризы внутри. А с другой стороны, нам немножко как бы рассказывают, что здесь 9 сюрпризов, но в принципе ничего не понятно. Вот, наверное, только обувь изображена, остальное, вот в принципе все засекреченное. Я пока вот его рассматривала, увидела, что рожочек нужно будет нам, видимо, вот так по кругу, по спиральке открывать, и там будут нам выпадать сюрпризики. Ну, давайте уже открывать, не будем затягивать. Классная такая мороженка должна получиться у нас. Кстати, вот эта верхушка может прийти разных цветов. Мне прям совпало под Новый год, на новогодний выпуск и белый цвет, но может там и розовый, и синий, и, ну, разные всякие, оранжевые прийти. Мне прям повезло как надо. Ой! Ой-ой-ой, наверное, не надо было подглядывать. Так, вы ничего не видели? Вырежу, если видели. Так, мне кажется, должно быть как-то зафиксировано это все. Вот так вот, да? У меня, видимо, открылось немножко. Ну, смотрим, что начинать, видимо, нужно отсюда, снизу, если я правильно поняла. Давайте. Так, поехали. Ой, посмотрите внутри, как красиво. Сюрприза какого-то не выпало нам. Непонятно. Дальше просто нету, я вижу, линии никакой, ничего рваться не будет. Ладно, второй. А, вот они как, посмотрите-ка, все поняла теперь. Надо было до конца, видимо, разрывать. Вот так вот. Номер 3. А начинать с какого? С третьего? Ну ладно, давайте с третьего. Не знаю даже. Посмотрите, какое мороженое классное.
флакончик. Так, ну это же нужно открывать. Еще и вот так, я думала, пленочку надо снять. Посмотрите, как классно. Тут у нас лежит маленький пакетик с очень мелким, прямо как песочек, блестки. Такого синего изумрудного цвета. Круто. Я прям удивлена, что не нужно было упаковочку снимать, что это прям с крышечкой вот так заморочились. Обалдеть. Так, вторая. Второй у нас тут тазик небольшой такой, номер 2. Его тоже открываем. И здесь у нас какая-то блестючка. Еще какие-то, посмотрите. Что это? Пирсинг. Это, наверное, татуировки, скорее всего. И это стразы. Ну, единорожку нашу украшать нужно будет. Смотрите, все такие серебристые, однотонные, классно. Поехали дальше. Третий открываем. Отсек. Вот так вот выглядит первый, прям большой тазик. Здесь, наверное, что-то крупненькое. Вау! И это, посмотрите, какое украшение. Прямо египетский какой-то стиль. Египетскую Клеопатру мне напомнил. Какое-то ожерелье, как будто бы золотое. Посмотрите, мягенькое, все такое прорезиненное. Круто. Наверное, можно стразами его будет красиво украсить. Так, ну что, больше отсеков тут нет. Видимо, уже открываем верхушку. Да, тут, посмотрите, пусто. Большой еще стаканчик остался. И нам вот такой вот черненький. О, малыш попался. Вау. Слушайте, выглядит круто. Снизу еще, посмотрите, что-то. Еще выпали крылья вот такие вот. Блестящие, такие все ледяные, да, как будто бы из льда сделаны. Но для Нового года прям подходит. Так, дальше. Инструкция. Здесь мы видим, что нужно украсить аксессуарами, видимо, своего попавшегося малыша. Везде вот нарисованы бантики на рожку, еще что-то, огонечек, очки можно надеть. Ну, видимо, что он попался. Нам вот попались крылья и вот это вот украшение. Да. Дальше. Как нанести переводное тату? Удалить прозрачную обложку, поместить на 30 секунд воду, наклеить на поверхность. Промокнуть тату салфеткой. Ну, как и на ручку детям, как и детям, в принципе, наносить точно так же, только на единорожку. Как прикрепить крылья, показано нам. Достать слайм, массу для лепки или кинетический песок. Снизу у нас еще будет сюрприз, ничего себе. В него можно добавить блестки и перемешать. И будет вот такой вот у вас блестящий сюрпризик. А здесь изображена коллекция. Посмотрите, как много. Видимо, нам вот этот вот достался. И мы видим уже, как украшение это можно надеть. Во-первых, что на рог цепляется. Очень красивый. И, во-вторых, мы видим, что стразами можно, да, украсить. Вот здесь татушку сделать на ножке. Шикарный, конечно, нам попался. Прям вот под Новый год, что ни на есть, то попалось нам, да, нужно. Прям такой ледяной, ледяная королева. Давайте открывать. Ой, она еще прорезиненная. Слушайте, качество просто супер. Она такая вся мягенькая. Ну, не мягенькая, резиновая. Видите, ее можно всю везде прогнуть. Немножко такая бархатистая, что ли. Покрыта как будто бы резина чем-то. Посмотрите, поворачивается на 360 голова. Рог весь покрыт стразами. Вот ушки тоже. Глаза очень реалистично выполнены. Стеклянные такие глазки. Супер. Снизу достаем сюрприз. Ногти бы не сломать. Ой, вот так вот мы достали сюрприз. Что нам тут вывалится. И нам, видимо, попался слайм. Прозрачный абсолютно. Прям так и просится в него добавить блесточек. Сейчас мы с вами добавим. Крышечка, можно все закрыть. Ой, какой он желешный. Класс, посмотрите. По запаху клей. Клей прям напоминает. Такой строительный, немножко подсохший.
Так, ну что, давайте добавлять. Так, сейчас посмотрим, пока не буду весь добавлять, как он это будет впитывать в себя, посмотрим. Ну, сразу же цвет, конечно, приобрел, стал интересней. Ой, посмотрите на руки. Вот такой вот, слушайте, изумрудный, красивый цвет. Я даже не представляю, если все блески я совсем капельку добавила. И посмотрите на мои руки. Какой красивый стал голубой, такой синий, глубокий цвет, весь блестит. Маленькое количество слайма. Прям совсем чуть-чуть хочется еще добавить. Так, ну что, я пойду помою ручки и потом будем с вами декорировать нашего малыша. Ну что, вот такая красотища у меня получилась. Так, давайте рассматривать поподробнее. Во-первых, я бы хотела сказать про вот это украшение. К сожалению, его сделали слишком коротким, что его невозможно застегнуть ни в какой части. Вот если, конечно, натянуть натяжкой, вот он немножко прорезиненный, можно зацепить, но абсолютно не держится, сразу раскрывается замочек. Ни снизу, ни сверху, ни в каких частях, я все перепроверила, не смыкается замочек. Ну и, в принципе, он так держится, на колечко можно вот подвесить на рог, и так неплохо. Далее смотрим, в наборе у нас был пирсинг. Интересно, что украшение у нас в золотом цвете, а пирсинг у нас серебристый сделали. Но тоже неплохо смотрится, в принципе. Вот так вот я немножко украсила стразами. Ну, тут на вашу фантазию, конечно, страз еще очень много. Тут можно вообще всего везде залепить единорожку. Татуировку тоже можно сделать. Вот так вот, например, бриллиантик. Тут вот что-то надписи, корону какую-нибудь даже сверху можно тоже где-нибудь придумать. Крылья. Тоже вот так зацепились. Красиво, очень красиво смотрится. Мне понравилось. Мне понравилось очень качество. Я не ожидала, что оно такое приятное будет на ощупь, потому что на вид я думала, ну, на фотографии на сайте, что это будет пластмасса такая обычная. А вот то, что он такой приятный, прорезиненный, немножко такой бархатистый даже на ощупь. Качество сразу чувствуется. Ну и очень красивая, согласитесь, классная игрушка. Мне кажется, ребенку будет интересно украшать ее. Поэтому я сильно тут не расходилась, не тратила стразы, чтобы оставить поле для фантазии своей дочки. Ну, слушайте, очень классный сюрприз. Мне прям вот правда понравился. И за 500 рублей, я считаю, хороший такой вариант для подарка. И что еще интересно, мне понравилась распаковка, да, вот это то, что мы по одному стаканчику мороженого вот так по частям открывали. Все супер. Плюс еще не забывайте, что у вас слайм остался в наборчике, вот в таком контейнере классненьком. Поэтому я прямо довольна, прям супер-супер. Ну что, вот такие суперские сюрпризики нам в этот раз попались. Естественно, конечно же, я очень довольна единорожкой. Супер подарок, всем советую. Мне кажется, ребенку будет интересно вот эту вот мороженку открывать. Просто класс. И я довольна вот этой Чупа девочка, или как она там называлась, уже забыла. Но запах просто великолепный от нее стоит по всей комнате. Классные очень сюрпризики. Мне тоже кажется, они... Задумка интересная и деткам понравится. Также хочу поздравить победителя в прошлом выпуске. Кто быстрее всего разгадал загадку и написал в комментариях правильный ответ, это вот этот вот мой подписчик. Поздравляю. Пожалуйста, свяжитесь со мной или в группе ВКонтакте, или по почте. Я отправлю вам ваш новогодний подарочек. Пишите в комментариях в этом выпуске, какие вам именно сюрпризики больше всего понравились. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписываемся на канал, ставим лайки. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!